А, здрасте! Всем, друзья, приветуленьки! Пока я нахожусь в отпуске, решил я немножко разбавить подборочки модов для фермы подборочкой модов для ETS 2. Уже выходила у меня небольшая подборка, вот она сверху справа сейчас вот появится, если вдруг кому интересно. И сразу же стоит оговориться, на данный момент актуальная версия 1.41, эти моды на ней работают. А то, знаете, я в прошлой серии сказал, что типа версия такая-то, чё как оно будет в будущем, хрен его знает. И постоянно сыпятся там комментарии спустя год. А работает ли на такой версии, работает ли на такой и так далее. Я не знаю, что будет через год, если честно. Но сейчас вот так вот. Актуально, что называется, на сегодняшний день. Хотя, скорее всего, будет актуально, конечно, и потом. Моды обновляются, как правило. Короче, погнали смотреть. Первый мод у нас от разработчиков DB Creation Dev Team Germany. И это мод на трафик. Называется он Realistic AI Traffic Intensity. По сути дела, существует очень много модов на трафик, на интенсивность трафика, но вот конкретно этот мне нравится больше всего. Я перепробовал довольно-таки много. По факту этот мод изменяет плотность трафика. Причем, что самое интересное, он его не увеличивает, он его именно изменяет. Есть часы пик в 8 утра и 5 часов вечера. И именно в это время можно будет даже и в пробочках постоять, если кому-то хочется. Да, могут люди написать, что трафик можно увеличить через консоль, но это именно просто увеличить. Здесь же ночью, например, его столько нет. То есть меняется он от времени суток. Как по мне, это очень классно. Плюс, опять-таки, увеличение трафика через консоль бьет по FPS-ку. Лично у меня этот мод FPS не повышает, даже если ты попадаешь в какую-то дичайшую пробку. Понятное дело, что основные скопления будут на границах, там где пункты пропуска есть, могут скапливаться в городах, на железнодорожных переездах и так далее. Если вы едете просто по трассе, то, ну, трафика много, но вы спокойно себе едете. Хотя пробки тоже случаются, в часы пик. Тут, в общем-то, полностью переработано поведение искусственного интеллекта, переработаны схемы светофоров, там где-то траектории поменены, пора параметры обгона лучше, вот знаете, после аварии как-то разъезжаются, потому что иногда встречается такая дичь, такое поведение. Но здесь вроде как все это сделано лучше. В общем-то, мне этот мод нравится. В одиночке я с ним вот катаю и чувствую себя замечательно. Этот мод есть в мастерской Steam. Там он, правда, переведен как реалистичная интенсивность движения и поведения. Опять-таки, от DB Creation Dev Team. В общем-то, можете его там найти, подписаться, он будет у вас сам обновляться с новыми версиями. Вообще рекомендую, конечно, через мастерскую Стима именно все моды качать. Так что как-то так. Следующий мод называется Europa Truck Stop. И этот мод добавляет больше грузовиков и прицепов на стоянки грузовиков. Для его работы необходимы все DLC-шки, которые выходили. Ну, я имею в виду на карты в первую очередь, конечно же. И он не работает с модовыми картами. Это важно. Если у вас есть моды на прицепы в трафик, тем лучше. На разные раскраски, тогда у вас будет некоторое разнообразие на трак-стопах. Его будет больше. Некоторые считают, что тут перебор по этим самым фурам на стоянках. Но мне вот пока что нравится. Как по мне, выглядит все немножко натуральнее. И иногда бывают моменты, когда реально ищешь место, где приткнуться, чтобы там поспать или еще что-то. Так что вот такой вот классный модик, да. Третий мод на сегодня у нас это Sisal Trailers Pack. Существует миллион различных прицепов в трафик с реалистичными компаниями и так далее. Но знаете, нагружать миллион одинаковых модов я как-то не люблю. А вот этот вот товарищ Sisal, он делает качественные моды. В принципе, можете на его страницу зайти в мастерской Steam и посмотреть. Там у него все хорошо. И поэтому я выбрал именно его, как-то меня устраивает. Но вообще, их миллионов пак прицепов в трафик можете найти любой, который хотите. И в общем-то у вас реалистичные компании будут, типа вот Фидекса, DHL, например. Ну, в общем-то, кто что знает. Ну и выглядит, разумеется, это все дело поприятнее. Четвертый, друзья, мод на сегодня относится, наверное, больше к моим подписчикам. Больше никому не понадобится это прям точно. Это, друзья, наша фирменная раскраска нашей компании, которая ездит в ETS-ку. Раскраска пьяных бурундучков. Вот такая вот она, вот так вот она выглядит. Работает абсолютно со всеми стандартными прицепами. То есть и шторный, и фургон, и изотермически. Все оно здесь работает. И на двойную сцепку, и бидабл. Короче, все сделано, все нормально. Такой вот у нас бурундучок. Не знаю, если вдруг просто он кому-то нужен, кто-то увидит на стриме и скажет где, то вот он и ссылку, да, вот этот мод, ссылку на него я оставлю в описании, потому что надо, да. И, друзья, последний, я бы даже сказал, это не мод, а скин для дашборда, для замечательного приложения для Android, который есть для телеметрии, немножко подправленный из готовых тоже
Рома Булкин сделал фирменный скин для нас, который показывает кучу всякой полезной информации, выводит, наверное, все, что только можно из того, что передает игра. У меня вот на такой вот подставочке эта штука стоит около руля и коробки. С учетом того, что в мультиплеере, например, нельзя перекинуть худ наверх, как я это люблю, в одиночке, а открытый на полэкрана он мне мешает, то я катаюсь, в общем-то, вот с такой вот штукой. Здесь есть абсолютно вся информация. И одометр, и по топливу то, что остается, и по расходу топлива по среднему. Повреждения, если что, выведены. Сколько осталось ехать, сколько игрового времени осталось ехать, сколько осталось до сна, сколько реального времени осталось ехать. И показывает вот сверху 12:58-12:59. Это реальное время, в которое вы приедете на место. И пока показывает, кстати, довольно правильно. Ну, разумеется, если в пробках стоять нигде не будете, как и настоящий навигатор, показывает относительно правильно. Плюс выведены несколько кнопочек таких, которые, может, конечно, не всем нужны, но вот аварийка, оси, дифференциал и так далее, ручник, завести двигатель, все есть. Короче, приятно выглядящий такой скин для дашборда. Чтобы его поставить, можете отсканировать вот этот QR-код, который у вас сейчас на экране, именно в самом приложении, и, в общем-то, поставить. Он работает и в ETS, и в ETS, поэтому кому надо, то вот, пожалуйста, милости просим. На этом, друзья, у меня все. Вот такая вот подборочка сегодня получилась. Не забывайте про лосики, если кому-то что-то понравилось или понадобилось из этого. Пишите ваши комментарии, что вы думаете по поводу этих модов. Можете предлагать другие. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Впереди у нас розыгрыши 22-й фермы. И, в общем-то, если не хотите пропустить, то да, вы знаете, что делать. Спонсорам огромное спасибо за поддержку. И, в общем-то, всем спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилей. Всем пока-ки.